если со стороны города мы выезжаем в сторону хутора Воскресенский, в сторону аэропорта. Вот сейчас сделали нам новый светофор. Обращу внимание. Правая полоса, вот сейчас мы проезжаем на зеленый, но время от времени загорается красный. Левая, понятно, да, она должна постоять чуть-чуть. А вот правая полоса, для чего здесь нужен светофор, ограничивающий, останавливающий весь поток именно по правой полосе? Ведь он никому не мешает. Может быть, стоит подумать и переделать, сделать все время поворот, ну, точнее, проезд прямо на зеленый.